сих пор не понимаю, как это ты можешь спасти деревья от мороза. Дым заменяет облака, когда их нет. Я еще в детстве здесь чихал от дыма, но до сих пор не понимаю, как это ты можешь спасти деревья от мороза. А дым заменяет облака, когда их нет. А для чего облака? Ну, потому что в пасмурную погоду не бывает заморозков. Скажите, Андрюша, по совести, вы отвыкли от нас? Впрочем, что я спрашиваю? Вы мужчина, живете своей интересной жизнью, вы величина. Отчуждение так естественно. Но как бы ни было, мне бы хотелось, Андрюш, чтобы вы считали нас своими. А я считаю. Честное слово? Честное слово. Вы удивляетесь, что в нашем доме так много ваших фотографий? Но вы же знаете, что отец обожает вас. Там тепло. Вот до чего это так? Нет, я понимаю, всего, конечно, понять нельзя. Как бы ни было обширным человека, всего в него не вместишь. Да и ведь все больше насчет философии. И ничего не прискучит. Нет, я ужасно рад, что ты приехал, ужасно. Спасибо. Вы ученый и необыкновенный человек. Вы сделали блестящую карьеру. Но он уверен, что вышли такое от того, что он воспитал вас. Но я не мешаю ему так думать, пусть. Спасибо, Андрюш, что приехали. У нас очень мало знакомых, да и тени интересные. У нас только сад, 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 больше ничего. Штамп, полуштамп, Ронет, Барвинка, окулировка, капулировка. Вся наша жизнь ушла в сад. Мне даже ничего не снится, кроме яблонь и груш. Однако пора спать, да и холодно уже. Подумать только, она уже взрослая. Я когда уезжал отсюда последний раз 5 лет назад, вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили коротенькое платьице. Я дразнил вас цаплей. Что делать? Скажите, Андрюша, по совести, вы отвыкли от нас? А, впрочем, что я спрашиваю? Вы, мужчина, живете своей интересной жизнью. Вы величина. Отчуждение так естественно. Как будто ни было, Андрюша, мне бы хотелось, чтобы вы считали нас своими. А я считаю. Честное слово? Честное слово. Вы удивляетесь, что у нас в доме так много ваших фотографий? Но вы же знаете, что отец обожает вас. И иногда мне кажется, что он вас любит больше, чем меня. Спасибо, Андрюша, что вы приехали. Ну что? У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад. Больше ничего. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, дом становился как-то светлее, свежее. Как будто с мебели снимали чехлы. Я была тогда девочкой, но помню. Цапли. Цапли. Вот, брат, история. Ну,
поверхности земли, как видишь, мороз. А подними термометр на палке, сажени на две повыше земли. Там тепло, чего это так? А, конечно, всего знать нельзя, как бы обширен ум ни был. Всего в него не поместишь. Ты все больше насчет философии. Да, читаю психологию, ну вообще занимаюсь философией. И не прискучил? Нет. Перепортили, перемерзли, перепакостили, мерзавцы, негодяи. Пропал сад. Ну, что ты поделаешь с этим анафемским народом? Ночью Степка возил навоз, привязал лошадь к яблоне. Я ему говорю, а он только глазищами хлопает. Перемотал, перекрутил вожище туго-натуго. Подлец. Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад. Спасибо.
Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда. Не помню, вычитал ли я откуда-то. Может быть, слышал, но легенда какая-то странная. Ни с чем не сообразная. Начать с того, что она ясностью не отличается. Тысячи лет назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне где-то в Сирии или в Аравии, за несколько миль от того места. Где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Второй монах был мираж. Теперь забудьте, Таня, все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От одного миража получился другой, от другого третий. Так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. То его видели в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере. Наконец он вышел за пределы земной атмосферы и теперь блуждает по всей Вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он может померкнуть. Может быть, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, суть легенды в том, что ровно через 1000 лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять вернется и покажется людям. И будто бы это 1000 лет уже на исходе. И по смыслу легенды черного монаха надо ждать не сегодня-завтра. Но удивительнее всего, что я никак не могу вспомнить, откуда мне попала в голову эта легенда. Читал где, слышал. Или, может быть, черный монах снился. Меня все это занимает. Я об этом целый день сегодня думаю.
Ночью был сильный ветер, вы верно забыли закрыть окно. Я прошу вас, Андрюш, почитайте статьи отца. Честное слово, он хорошо пишет. Конечно, конечно. По-моему, великолепные статьи. Ну уж и великолепный. Ой. Великолепный. Ничего не великолепный, не отличный. Я прошу тебя, не слушай никого. И никого не слушай, и не читай. Впрочем, если хочешь непременно прочесть, я тебе рекомендую как великолепное снотворное средство. Великолепное. Да? Только прежде чем читать мои статьи, надо, прошу сюда. В таком случае, вот, прочти сначала статью Гуше и вот эти вот русские статейки, а то тебе будет непонятно, на что я возражаю. Впрочем, скукота.
Ерунда, скукотища. Да и спать пора, кажется. Так-то, любезный. Вот я и статьи пишу, и на выставку участвую, и медаль получаю. У Песоцкого, говорят, яблоки с головы. Песоцкий, говорят, садом состояние нажил. Богатый славен Кочубей. А к чему все это? Да, сад прекрасный, образцовый сад. Это не сад, а целое учреждение высокой государственной важности. Это, так сказать, ступень в новое русское хозяйство, новую русскую промышленность. Но к чему все это? Какая цель? Что будет с садом, когда я помру? В том виде, каком ты его видишь, теперь он же без меня этого месяца не продержится. Весь секрет успеха не в том, что сад большой, народу много, рабочие, а в том, что я люблю дело. Понимаешь? Люблю и больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня, я ведь все делаю сам. Когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовники или работники? Да. Первый враг. Ни заяц, ни мороз, ни хрущ. Чужой человек. А Таня? Таня не может быть перед ней заяц. Она любит, понимает дело. Она любит, понимает. Если после моей смерти ей достанется сад, она будет хозяйкой. Конечно, лучшего желать нельзя. Но если, не дай бог, она выйдет замуж, я чего больше всего боюсь? Попадется какой-нибудь молодец, жадничает, сдаст сад в аренду торговкам. Все пойдет к черту. В первый же год. Может, это эгоизм, но откровенно тебе скажу. Я не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь. К нам ездит, тот один ферзь со скрипкой пиликает. Знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю. Видеть его не могу. Вообще, брат, большой чудак. Признаюсь, я тебя горячо люблю. И буду говорить с тобой откровенно. Ты единственный человек, за которого я мог бы выдать дочь. Ты человек умный с сердцем. Ты не дал бы погибнуть делу. А главная причина в том, что я люблю тебя как сына. Ржусь тобой. Если бы у вас не наладился какой-нибудь роман, что ж, я буду очень рад, даже счастлив. Говорю тебе прямо без жеманства, как честный человек. Если бы у тебя останется сын, родился, я бы из него садовода сделал. Впрочем, все это мечтание пустое. Спокойной ночи.
с тобой не буду говорить. Я с тобой тоже все. Не могу. Не, не надо. Все, вот, вот так вот. Хорошо, все. Знаешь, как он меня мучает. Он же замучил меня. Я же ничего не говорю. Я только сказала, что зачем иметь рабочих, когда можно всегда иметь подельщика. Я только это сказала. Все, не целую неделю ничего не делал. Вместо этого он раскричался, наговорил мне очень много обидного, глубоко оскорбительного. Полно. Ну, побронились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо. Тем более, что он вас бесконечно любит. Он испортил мне жизнь. Я только слышу одни оскорбления, но обиды. Ну, Пол. Упреки. Он меня считает ненужным. Я завтра же уеду отсюда. Оба вспыльчивы, раздражительны. Вы оба виноваты. Давайте я вас помирю. Поступлю в телеграфистки. Таня! 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 У нас только сад. 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 И больше ничего. Штамп, полуштамп, ранит, родинка. Мне даже ничего не снится. Кроме яблони и груш. Очень мало знакомых. И тени интересные. Уеду.
Почему ты здесь? Это не вяжется с легендой. Я призрак. Значит, ты не существуешь. Я существую в твоем воображении. Воображение твое есть часть природы. Значит, я существую в природе. Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Ну, что ты с таким восторгом смотришь на меня? Ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ведь ты служишь вечной правде. Твои мысли, твои намерения, твоя удивительная наука носят на себе божественную небесную печать, так как они посвящены разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Ты сказал вечной правде. Разве людям доступна и нужна вечная правда, когда нет вечной жизни? Вечная жизнь есть. Ты веришь в бессмертие людей? Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая блестящая будущность. Чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. А без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды. И в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощение благословения Божьего, которое почило на людях. А в чем цель вечной жизни? Как и всякой жизни, наслаждение. Истинное наслаждение в познании. А вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: в дому отца моего обители многие суть. Если бы ты знал, как приятно слушать тебя. Очень рад. Но я знаю, как только ты уйдешь, меня будет мучить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я болен. Ненормален. Ты болен, потому что работал через силу и утомился. Свое здоровье ты принес в жертву идеи. И близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. А что может быть лучше? Это то, к чему стремятся вообще одаренные свыше благородные натуры. Если я знаю, что я психически болен, я разве могу верить в себе? А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же, что гений сродни умопомешательству. Здоровые, нормально только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух. Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо. Странно. Ты повторяешь то, что мне часто самому приходит в голову.
как будто подсмотрел и подслушал мои мысли. Ну, давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой? Андрюша? Андрюш? Андрюш, вы здесь? Мы вас ищем, ищем. Что с вами, Андрюш? Таня. Таня. Милая, славная Таня. Вы чрезвычайно симпатичное существо. Я только что пережил чудные, светлые, неземные минуты. Я не могу вам всего рассказать, потому что вы меня назовете сумасшедшим. Или не поверите мне. Будем говорить о вас, милая, славная Таня. Я люблю вас и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по 10 раз в день стали потребностью моей души. Я не знаю, как я буду обходиться без вас, когда я уеду к себе. Нет, вы забудете про нас через 2 дня, как только уедете. Нет. Давайте говорить серьезно. Я возьму вас с собой, да? Вы поедете со мной. Вы хотите быть моей. Я хочу любви, которая целиком бы захватила меня. И эту любовь только вы мне можете дать. Милая моя. Я не думала об этом. Хорошая моя. Я не думала. Славная. Что ни говори, все-таки кровь много, значит. Его мать была умнейшая, благороднейшая, удивительная. Удивительная же. Благодарю, женщина. Она говорила на 3 языках. На 5 языках пела, писала стихи, читала. Умерла бедняжка от чахотки. Когда он был мальчиком, рос у меня. У него было удивительное лицо, божественное, умное, ясное, доброе. Как у матери. Удивительная женщина. Умерла от чахотки. Да. Что ни говори, кровь много значит. Его мать была удивительная женщина. Добрейшая, благороднейшая, умнейшая. Было наслаждением смотреть на нее. Чистое и ясное лицо. Она ведь говорила на 5 иностранных языках. Прекрасно играла, пела, писала стихи.
Бедняжка. Умерла от чахотки, царство небесное. О, когда ты был мальчиком, когда он был мальчиком и рос у меня, у него же было такое же ангельское лицо, как у матери. Чистое, ясное, светлое, как у матери. А ум? Он поражал всех нас своим умом. И то сказать, магистр. А магистр он и есть магистр. Недаром он магистр. Господи, к чему все? Что будет через 10 лет? А? Что с ним будет? Рукой не достать. Я не верю в себя. Мне то хочется полететь в облака и молиться Богу, то... Ой, то вдруг представлю себе, что нужно покидать дом и расставаться с отцом. Когда приезжают гости, мне вдруг кажется, что вы необыкновенно красивы, что вы нравитесь всем женщинам, и что они завидуют мне. А стоит вам улыбнуться какой-нибудь барышне, я вся дрожу от ревности. Ой, я ревную.
теперь думаешь? О славе. Во французском романе вот в этом изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна. Потому что ты умен, ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает. Да, это правда. Что такое счастье? В древности один счастливый человек, в конце концов, испугался своего счастья. Так оно велико было. Так велико было это счастье, что... Что умилостить богов он принес в жертву им свой перстень. Ты знаешь, и меня так же, как Поликрат, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что я с утра до вечера испытываю одну радость. Она наполняет меня всего, заглушая все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль, скука. Вот я сейчас не сплю. У меня бессонница. Но мне не скучно. Серьезно говорю. Я начинаю недоумевать. Ну почему? Разве радость сверхъестественное чувство? Разве оно не должно быть нормальным состоянием человека? Ведь чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген, Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит, постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив. А вдруг прогневаются боги? Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, это едва ли придется мне по вкусу. Андрюш, ты с кем разговариваешь? А? Как с кем? Вот с ним. Вот он сидит. Андрюш, там никого нет. Oh!
Ничего страшного. Утомление. Усталость. Усталость. Утомление. Нужно и отдохнуть. Воздух. Воздух. Лечение, лечение, воздух. Больницы бояться не нужно. Без этого, пожалуй, не обойтись. Лечение следует верить. Тебе пора молоко пить. Я пойду погуляю. Отец обожает тебя, а ты злишься на него, это убивает его. Посмотри, он стареет, не поднял по часам. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради моего покоя, ради твоего покойного отца, будь с ним ласков. Андрюша, ну будь с ним ласков. Не могу и не хочу. Почему? Ну объясни мне, почему? Он не симпатичен. Не надо об этом говорить. Я не могу понять. Ну почему? Ну что-то непостижимое и ужасное происходит в нашем доме. Ты изменился. Ну ты же умный, интеллигентный человек. Ты раздражаешься. Андрюша, ну подожди, ну послушай меня. Ну не сердись, ну послушай. Ну ты же умный, интеллигентный человек. Ну почему ты... Почему ты вмешиваешься в грязь? Ты должен быть справедлив к отцу. Он такой добрый. Он не добрый. Добродушный. Удивительные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями,
необыкновенно хлебосольные, чудаковатые, когда-то умиляли меня. Смешили в повестях, в водевилях, в жизни. Теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего же мне их сытость, этот желудочный, чисто бычий оптимизм. Сюзи, мне одной покойной минуты, это пытка. Я больше такого. Да, конечно, я Ирод, а ты и твой папенька, египетский младенец. Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно. Полезно? Мне кажется, тебе пора молоко пить. Нет, не пора. Пей сама, я не хочу. Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно? Очень полезно. Поздравляю вас. После пятницы во мне появился еще фунт весу. Бог весть, что ты говоришь. Даже скучно слушать. А вы не слушайте. Бог знает, что ты говоришь. Даже слушать скучно. А вы не слушайте. Зачем вы меня? Зачем вы меня лечили? Промистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг. Все это, в конце концов, доведет меня до полного идиотизма. Я уже не говорю о той низкой роли, которую сыграл ваш папенька, сводничий, умоляя меня, чтобы я женился на вас! Я сходил с ума. У меня была мания величия. Но зато я был весел, бодр. Я счастлив был. Я был интересен, оригинален. Сейчас я... Сейчас я стал разумнее, солиднее. Но я такой, как все. Мне скучно жить. Господи, что вы сделали со мной? Я видел галлюцинации. Но кому это мешало? Я спрашиваю вас, кому это мешало? Как счастливы Шекспир, Плута или Магомед. Добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения. Промистые препараты, теплые ванны, надзор. Все это меня в конце концов заведет до полного идиотизма. Если бы Магомед принимал от нервов бромистый палец, работал в сутки только 2 часа и пил молоко, то от этого замечательного человека не осталось бы ничего. Так же, как от его собаки. Доктора и родственники сделают то, что человечество отупеет. Посредством будет считаться гением. Погибнет цивилизация.
Я пойду лягу. Завтра рано. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, там хозяйничают уже чужие. И этим я обязана тоже тебе. Произошло то, чего так боялся бедный отец. Я ненавижу тебя. И желаю, чтобы ты скорее погиб. Мою душу жжет невыносимая боль. Будь ты проклят. Если бы ты послушал меня, ты не прожил бы оставшуюся жизнь так скудно. Ну, почему ты не послушал меня? Thank you.
Oh.